Всем привет, у нас 5 ноября 2017 года, время 1:30 дня, поздно проснулся, воскресенье, были дела, и вот у меня появилось пару часиков свободных, и решил я выехать на рыбалку. Вон у нас арочный мост, и ниже арочного моста я решил покидать силикончик или блесенку, я еще не определился. Короче, просто отдохнуть, просто покидать что-нибудь в воду. Ну, не камни, а в плане с целью попробовать что-нибудь поймать. Ну, пойдемте попробуем. Поехали. Красивые, интересные места. Это первые скалы идут от арочного моста. Но течение здесь, конечно, не для силикончика с грузом в 5-7 граммов. Рыбаков много, на хищника никого. Все на бычка ловят. We'll be right back.
Красивые места побродить, но рыбы нет. Так, все узнал, мужики снизу ловят на фидер, на леща. Каждый взял по одному лещу. Это они ловят по 3 часа. Они втроем пришли. Каждый по 3 часа сидел на один фидер. И каждый по одному лящику взял. Пуляют далеко. Снасть хорошая. Ловят на опарыш. Но клев слабый. Здесь вот такой обрыв идет. Метров 15, наверное. Зато под берегом тоже идет глубина. Ну что, на сегодня наша небольшая рыбалочка заканчивается. Ничего мы не поймали, клёва не видели. Но вот такое чудесное место. При хорошей погоде здесь можно отлично погулять.